Экспертный совет при уполномоченном по правам человека впервые собрался в новом составе. Светлана Шмелева была утверждена на должность омбудсмена 2 месяца назад, потому и состав совета существенно обновился. Наш экспертный совет – это, естественно, тот орган, основной задачей которого прежде всего является оказание помощи, поддержки тем нашим землякам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Мы совместно будем защищать их права, их интересы и, естественно, решать наиболее злободневные актуальные задачи, при этом взаимодействие и с органами власти, и с правоохранительными органами, и, конечно же, с общественными организациями. На повестке дня главным образом вопросы защиты трудовых прав ивановцев. За прошедший год в офис уполномоченного поступило 53 жалобы, за текущий период этого уже года поступило 12 жалоб. Проблемы у людей самые разные – и невыплата зарплаты, и незаконные увольнения, и конфликты с работодателем. А еще в Ивановской области наметился рост числа безработных граждан. В основном это люди предпенсионного возраста. Число безработных предпенсионеров в регионе растет, но причина, уверены в Комитете по труду, в новых мерах поддержки людей данной возрастной категории. Сумма пособия по безработице для гражданина, находящегося в предпенсионном возрасте, ее максимальная величина составляет 11 280 рублей. И гражданин, находящийся в этом возрасте, получает это пособие в течение 12 месяцев. Что касается других категорий граждан, то максималка установлена с этого года 8 тысяч и период получения 6 месяцев. На контроле уполномоченного по правам человека десятки обращений, касающихся трудоустройства инвалидов. И это несмотря на то, что в регионе действует закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Подумать, как повлиять на ситуацию в частности и в масштабах всего региона, сейчас первоочередная задача экспертного совета. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.